поехали. Я думал, она сразу пойдет. Она почему-то не хочет. В третьей попытке захотела. Так, спереди никого. Сзади тоже вроде никого. Скакиваем, пока свободно. Маленькая, правда, едет, но извинимся перед ней. Чуть-чуть пришлось притормозить. Не, спать будем уже. Сегодня просто, может, раньше ляжем. Надо ехать, ехать надо. Утро еще 7 утра только по Москве. По местному 9. Арбайтен, арбайтен. 284 отсюда. Не знаю, надо посмотреть. Не, ну я однозначно пойду по пятерке. По семерке я не поеду. А вот там надо еще подумать. Как? Надо будет погуглить. Но это на завтра. Через эту идти. Через Москву. Или не через Москву. Ладно. Не знаю, мне почему-то семерка как-то вот меньше нравится, чем пятерка. Как-то пятерка мне... Почему-то вот, может, уже привык, потому что раньше-то все время по семерке ездили. А сейчас, может, уже что, привык к пятерке. Не знаю, как-то вот комфортнее мне ехать по ней. От Уфы туда, в сторону Москвы. Кому как. У каждого свое. За бортом ноль. Водичка уже, все мокрое, все течет. Машина грязная. Шеф сказал, не парься, помоем перед сервисом. Ну и добро. Спускаемся с гор. Уфа. Кстати, скоро Башкирия начнется. И целый час просто. Не уфимская объездная, а море какое-то. Одна вода тут. Как катер идешь моторный. Ни зеркала, ни во что уже ни хрена не видать. Все тает. Снегу хорошо за ночь насыпало. Вот Игорь говорит, вечером выезжал, снега не было в Уфе, а сейчас вон. Плюс это все сейчас растаяло. На моторном катере несемся. Мистер Плато. У нас работает, вроде да. Перестал мозги выносить. Ёлки-палки. Во втором ряду едут, я нифига не вижу, что кто-то едет даже. Зеркала грязные. Что-то там как-то темновато впереди. Наверное, будет дальше продолжать посыпать. Пускай сыпет. Главное, чтобы он таял. Эти дорожники красавцы скребут, скребут уже все. Все по фэншую. Пока. Море, море, мир бездонный. Бедный шелест волн прибрежных. Вам видно что-нибудь в зеркало? Мне почти ничего. Главное, что сейчас помою его, это зеркало, и все. Так главное, это мне. Он на маленькую меня даже обогнать не может. Я его поливаю этим грязевым дождем с дороги.
Что делать? Камушек легко. Вы видите, что у нас тут делается за Уфой? Километров 50 за Уфу. О, что творится. На той стороне вода. А у нас как 50, все охуенно, блядь. Там отсыпали, а с этой стороны, видно, дорожники или не доехали, или плохо. Или поток был маленький. Видите, что у нас тут делается? Какая красота. Едешь и наслаждаешься. Тут вообще, походу, такой буранище был. Далеко не детский. Интересно, как далеко у нас в сторону Самары. Не, ну то, что сыпали, то сыпали, понятно. Ну просто, что не разбили. Ну как бы, я так понял, сыпать сыпали, а почистить-то не, чистить не стали. Потому что здесь просто как две колеи разбиты и все. То есть с лопатой здесь никто не проходил. Да, интересно. Когда, думаю, уже это закончится-то все? Зима-то такая вот. Через сколько километров закончится? Хорошо, что у нас двадцаточка. С двадцаточкой так надежнее ехать по такой дороге. Сегодня за день-то все разобьют. Однозначно разобьют. Ну, вот так вот мы пока крадемся на запад. Ну, спросил по рации, далеко ли это безобразие у нас. Сказали, широкая закончится, там ремонт. И после ремонта все будет хорошо. Здесь дорожники, вот, ну, лентяи. Посыпать посыпали, а лопатой здесь не скребли. Вот только, вон, видите, грейдер идет, тут что-то с краю обочину чистит. А сама дорога, вот, видите, какая. Снегов по колено. Заканчивается наша двойная. Пока улучшений особо не видать. Самара, 377 отсюда. Ну, что он сказал после ремонта? Хорошо стихия пошумела сегодня ночью здесь, очень хорошо. Вот только чистят, видно, что прошли с лопатой. А время уже 12:30. Давай.
Ехали, ехали, что-то стали. Чего стали? Чего стали, ребята, Самара, у вас звезда нету, блядь. Че? Никто не говорит, чего стали. Просто стали и все. Что? Чего стоим? Пойти стекла помыть. Ребят, что там, на Самару стоим пока, блядь? Радиатор выйти обид, блин, а? Стоим, стоим. Ну, тормози. Там даже еще и промыть успеешь, радиатор. Да-да-да-да-да. Ай. Ай, да. Ну, стоим, чего-то. Ну, успеет, уже поехали. Не, поехали, сказали. А чё стояли? Где поехали? Пока не видно, что да, поехали. Да, да, да. Где кто поехал, мы пока стоим. О! Нет, они вот буквально недавно вот здесь две вот это вот все пепели, блядь. Вот это все они посыпали. Так вообще, и все, и все сразу, смотрите, смотрите. Один пронесся, вот они понеслись все, все один пошел, моду показал, и все, понесли все эти сразу сейчас. Сейчас эти понесутся, смотрите. Не? Да-да-да-да-да, вот. А главное одному моду показать, и все. Где гаишники? Есть там? Давай, езжай, все же. В сторону Самары, блядь, по встречке. Давай, там карман, нихуя, пусть он на боссом ныряет, ебать их конем, блядь. Тормозим, тормозим, на Самару, все там полные парни. А, вон встречка появилась. Вот. В обочину его, в соседнюю, не пускать. Я б не пускал бы. Мы сейчас за КДМ-кой будем ехать, да? А он сыпать будет? Если будет, то надо расстояние от него держать. Но он чистит. Поехали посмотрим, что мы стояли. Все молчат. Яма, блядь, по пояс, кажется. Там еще разъезжают через встречку, поэтому эти ямы могут только объехать. Поэтому он притормаживает. А, ты имеешь в виду мост, вот этот ремонт моста, ебаный, раздолбанный. Да, а после ремонта нормально же идет, там по двух сторон летает. Эго, ты прикалываешься, ремонт моста. Никто его не чинит, нихуя, ебать. Мини варит, блядь. Мы имеем в виду, что рядом ремонт идет, а этот мост, он, блядь, просто раздолбанный, блядь, как после бомбежки, да. Без комментариев. Неужели господа дорожники появились? С той стороны. Маленько на Самару подниматься, тут два, две КДМ, где два грязи подряд. А мы все так же, вот все так же. Проедем чуть-чуть, встанем, проедем, встанем. Все там с каким-то мостом проблемы. Доберемся, посмотрим, что за мост. Вот такие мы красавцы. КДМ-ка стояла впереди меня, стояла и поехала на Самару. Ой, обратно на Уфу. Ха, передумал ехать. Да.
нацепляли тут на себя уже всякой всячиной. Что, едем дальше? Чего сигнали? А, это маленькие тут разворачиваются, под колеса лезут. Скользко. Не разбито еще полностью. Ох. Как оно говорится, да? Опять на Карково. Что говорю? Урал пройду и все. Вот покатим, понесемся. Никаких проблем. Вот, на ровном месте прилетело. Ну все, говорят, из-за моста. Ямы на мосту там какие-то. Медленно едут, буксуют. Доедем, посмотрим. Вот он, вражина. Час времени. Из-за него я тут оставил. Но не только я, все. Это ж до такого состояния надо довести мост. Чтобы колейку собрать. Ну, я, наверное, километров 7 оттолкался. В общей сложности. Просто жесть. На 20 минут, вот, Андрюха остановился.
пару слов перекинуться. Давай, Андрюх, удачи, да. В Уфу едет. Говорит, как там у меня очередь? На мосту. Я говорю, у тебя метров 300. Это у нас получается километров 7. Ну, дальше, думаю, уже будет теперь все красиво. Надеюсь, во всяком случае. Уже боюсь загадывать. Вот накаркал, лишь умею. Но очень хочется верить, что дальше мы пойдем уже... Вольво, да. Вот эти площадки вольт, чопки, да. По красоте. Да, вот это место, да. Заправка. Ну, и площадка, да. Ну, типа, погодка уже успокоилась, мести перестала, вода кругом. Он думает, дальше все. Хочется, чтобы... О, Андрюха варит. Понятно. Пошел. Поехали, посмотрим, что будет дальше-то. Добро пожаловать в Татарстан. И welcome в московское время. Река Ик, пост 2 часа. Ой. Тоже подгулявший. Не так, конечно, как тот. Все. Ой. Москва. Время. Но недолго. В Оренбургскую заедем опять. Плюс один будет. Татарстан, Бавлинский район. Так-то смотрю, вроде ничего впереди у нас. По идее, должно распогодиться совсем. Сейчас должны будут появляться. Где они? В полях. Вон стоят. Качают. Прямо здесь слышно, как евроценты. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. О, не, этот не работает. Этот что-то уже все выкачал, который справа. А те? И этот не работает. Что, все уже? Кончилось? Высосали? Странно, вот все три стоят. Ну, в зоне видимости, которая. Сейчас он там дальше еще глянем. Не, это работает. Ага. Окунулась вниз и наверх. Это тоже не работает. Интересно, из всех... Из пяти одна только рабочая. Не, это рабочая, извиняюсь, пардон. И та рабочая. Это те-то что-то, вот трое там филонят. Та тоже рабочая. Лихо. О, видите, в Татарстан заехали, аж сухо стало. Это хорошо.
3. Что еще сказать? Сухо? Наконец-то. Больше-то и сказать нечего. Едем, едем. Целый день вот так вот кино про дорогу смотрим. Мы на той стороне экрана, мы на этой. Многосерийка продолжается. Еще смотреть нам это кино долго и упорно. 0 градусов. Сухо, хорошо. Хотя нет, пасмурная. Не то чтобы пасмурная, но облачная. Облачность. Сухо, это главное. Ориентировочно сегодня, наверное, до Сызрани. Может ближе, может дальше. Не знаю. Там посмотрим. Ветер только что здесь вот сильный. У меня расход поднялся. Я с Урала спустился меньше. Я с Урала спустился 32,1. А сейчас 32,5. Это здесь вот на этом участке так поднял расход. Ну там по этим сугробам гребли. Против ветра. Здесь просто против ветра. И все. И расход попер. В данный момент мы проехали 4055 километров загрузки. Ну, нам еще что-то около 2. До Минска. Зеленовка, Тольятти. Или Зеленовка? Зеленовка. Все, рация. Кроме рекламы ты здесь больше ничего не услышишь. Как тут местный пост ДПС пожелает? На страже? Страже. Бдють. Повернулись к нам задом. Избушка, повернись к бесу передом, а к Ивану задом. Сектор газа, это не я придумал. Продолжение, кто знает, тот знает. Расход нифига не хочет падать. Вроде дорога уже ровная пошла, ну относительно. 32,6 держит. Ветрище. Встречно-боковой справа. А? А куда я так разогнался? Точно прям. А, тут же еще населенный шпунт. Точно. Туарек обиделся. Увидел, что на обгон иду, как понесся. Ну 32,6 с двадцаткой, то в общем-то относительно для зимы терпимый еще расход. Не 35 же, не 36. Но хотелось бы поменьше, хотя бы литров 31. Половиной. На литр бы сбросить.
До Минска вряд ли спросим. 1700 отсюда остается. Я думаю, что, наверное, меньше. Это 1700. Это через Москву. Я думаю, нам будет поменьше. Родина Жигулей, Тольятти. Как-то мост еще не разбили, который построили тут полгода назад. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. А то что-то последнее тут. Куда не посмотришь, везде все вместе со снегом и с морозом, и асфальт куда-то уплыл. Куда ни глянь. Что у нас в Белоруссии, что по России. Во многих местах. Асфальт был и раптом сник. Ох, еще вот эту вот всю банду бы обогнать. В полосатых купальниках. Это старые данные, мы уже не ездим через круговое движение. Ну как вам сказать, асфальт-то еще вроде держится. Опа! Да? Но горностаи уже растут. Вот они. Горностаи уже есть. Девки мои старые, Машку надо в Польшу завести, чтобы ее там немножко отформатировали мозг. Не, наверное, надо... Подозреваю, эти трубы надо тоже обогнать, да? Тут камер не видать. Более тут знак ограничения 80. Здесь уже 80 нельзя. Видите, асфальт целый, но горностаи уже одупляются. Только что пост был, еще один. У тебя, говорит, рация, нет переговорное устройство. У тебя рация. Я говорю, переговорное устройство. Докажи. А ты докажи. Лаялись тут. На этом посту. Давно это было?
ситуация хорош на сегодня. Мы сегодня рано выехали. Что-то, если честно, я уже заморился. Поездил вон на горочке Итиль, стоянка с правой стороны. Время уже почти 7 местного. Такой был малость напряженный денечек. Но поработали вроде как сегодня не беды. Хорошо поработали, можно поехать хорошо и поспать. Димочка Рефантов хвалит все время этот Итиль. Поедем на нем сегодня за ночлег. Душ, муж там, все дела. Покушаем, сходим. Димыч говорит, что здесь хорошо кормят, значит, он не врет. Поэтому поехали. Парковка, шиномонтаж, ну шиномонтаж, ну пока тут ничего не надо. Поэтому поехали спать. Туда же, да? В общем-то, почему бы и нет? Ну, там еще одна какая. Хотя никакая не габаритска. Прицеп омский. Изменения нашли. Сельхозтехнику тащит. GoPro, стоп-видео.